Всем привет, друзья! И сегодня в туалет Tower Defense вышло новое обновление в честь Дня Святого Патрика. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь вышло интересненького. Ага, у нас добавили новый сундук. У нас добавили Титана Кловермена. Интересно, что это будет за титанчик такой. Все у нас, я вижу, уже тут зеленое. Ага, New Lobby and Maps. Значит, у нас обновили, скорее всего, лобби и карты, потому что, ну, скорее всего, новое ничего не добавили. Вот, у нас еще прокачали Marketplace, то есть, можно сказать, улучшили Marketplace. Не знаю, что там будет. Сейчас с вами мы все это узнаем. Вот наш новый ивент. Как все красиво выглядит. Они такие зелененькие, а это, видимо, Титан Кловермен. А это кто такой? Это Лаки Камерамен или Лепрекон? Они такие зелененькие, такие милые, такие прикольные. Интересно, как их можно будет получить? Скорее всего, только из сундуков. Ага, вау, посмотрите, какой здесь сундук. Какой он необычный, он в виде какого-то чана с монетками. Еще и сверху радуга из него выходит. А вот и, в общем-то, Титан Кловермен. Уже их 131 штука в мире. Как же их быстро уже выбили, я тоже такой хочу. Шанс выпадения у него всего лишь 0,1%. Ящики наши стоят, ага, за 10 клеверов, а это лаки. Ага, прикольный лаки, прикольный. Ну, шанс выпадения у него 99,9%. Тут как бы значит, он выпадает всем. В отличие от Титана, Лепрекона Камерамена мы можем купить с вами за 10 клеверов. Интересно. Ой, 10. Лепрекона Камерамена мы с вами можем купить за 100 клеверов. Ага, ладно, ладно. Лаки буст у нас. У нас есть два таких буста. Хорошо, посмотрим, что здесь. Ага, тут у нас написано, что клевера мы можем получить только за победу в любом из модов. То есть в любом из режимов. За изи режим дают 1 клевер, за медиум 2, за хард 5 и за найтмейр 10 клеверов. Ну, что-то как-то они, конечно, мало дают, потому что вы представляете, это нужно пройти, то есть победить в найтмейре. И тогда вы за это получите 10 клеверов. За 10 клеверов вы сможете открыть только один сундук. Но это как-то вообще несерьезно. А чтобы выбить Титана Кловермена, то это вообще не знаю, сколько нужно будет сундуков открывать, сколько нужно будет играть в разные режимы. Так что тут, конечно, да. Посмотрите, все зеленое. Теперь у нас везде деревья. У нас тут все обновили чуть-чуть. Но это хорошо, потому что теперь у нас будет такое, знаете, весеннее настроение, уже давно было пора. Вы только посмотрите, на карте Palm Paradise добавили пальмы. Очень круто, очень круто. Так, что у нас дальше интересненького? Ну, в общем-то, все понятно. Добавили только деревья, в таком, знаете, в хаотичном порядке их везде посадили. Вау, это что такое? Посмотрите, там просто огни горят, там горит огонь. Это у нас Endless Mode обновили, внизу лава, везде все обновили. Обалдеть, как круто! Такие пламя, такие языки пламени горят, просто балдеж. Вообще так круто сделали, мне нравится. Нужно будет обязательно сходить в Endless Mode, записать новое видео по Endless Mode. Вот, надеюсь, котярочем мы скоро в него будем играть. Что у нас тут в Саммоне? Ага, в Саммоне мы не можем выбить новых юнитов, значит, новые юниты выбиваются только из сундуков, либо покупаются за клевера. Смотрите, у нас трейдинг плаза тоже поменялась, ей поменяли немножечко так дизайн. Нашу почту тоже обновили. Интересно, а внутри ее обновили так же хорошо, как снаружи, или нет? Что тут новенького? Вроде ничего. Да, на почте у нас ничего новенького, все по-старому. Вообще было бы хорошо, конечно, если бы они добавили историю отправки писем наших, то есть историю отправки юнитов там туда-сюда, но пока такого нету, а жаль. Давайте посмотрим, что у нас добавили в шопе. Возможно, что-нибудь тут можно новенького приобрести, но, судя по всему, здесь ничего не добавили, все по-старому, все то же самое. Ну,
жалко, жалко. Было бы интереснее, если бы они что-нибудь нам предложили новенького. Давайте тогда пойдем в трейдинг плазу, посмотрим, посмотрим, что у нас там набавили новенького, что нам там обещали. Вау, какая заставочка красивая. Какая она теперь зелененькая, необычная. Ну вот что-что, а заставки они умеют делать. Ну, в трейдинг плазе все по-старому. Все зелененькое, давайте зайдем на наш любимый с вами Marketplace, потому что там что-то по-любому поменяли. Угу. Вау, теперь у нас добавили сундуки, теперь мы с вами можем продавать и покупать сундуки за гемы. Прикольно, прикольно. Ага, что у нас тут еще новенького есть? О, я вижу, что добавили... Очень много разных фильтров. Классно, классно. Что у нас тут есть еще? А, вот, я вижу, уже новые юниты там появились. Они зелененькие. Их трудно не заметить. Они тут единственные такие зелененькие. Ну, практически единственные. Ага, ага. Понятненько, понятненько. Теперь, в общем-то, да. У нас новые режимы, то есть Best Rarity — это лучшие редкие юниты. Worst Rarity — худшие по редкости. High Price — это самая высокая цена будет на юнитов. И Low Price — это самая низкая цена. Очень удобно то, что сейчас можно сортировать все по ценам, по популярности юнитов, так скажем. А еще вот смотрите, снизу можно выбрать базовые юниты, вы хотите посмотреть, или легендарки, или мифики, или гадли, эксклюзивки, ультимейты. Это тоже, да, это тоже облегчает теперь у нас процесс выбора юнитов, то есть вы сразу заходите и знаете то, что вам нужно. Ага, тут у нас ничего не поменялось, все так же. Ну, в общем-то, здесь у нас добавили с вами только режимчики, все понятно. Ну, а теперь, я думаю, давайте мы вернемся в лобби и устроим наш розыгрыш, как и обещала в прошлом видео. Сейчас мы с вами будем делать розыгрыш. Ну что, друзья, вы готовы к самому лучшему розыгрышу, а? Давайте будем начинать. Итак, мы с вами сегодня разыграем 5 новых гадли. Вот такие вот они красивые, мощные, сильные. Еще разыграем 3 апгрейженного титана спикермена. Они все, кстати, подписаны котиком игроманом. И еще 2 глича, 8. В общем, у нас будет 10 мификов. 10 мификов у нас будет участвовать в розыгрыше. Желаю всем удачи, а мы начинаем. Итак, кто же у нас будет первым победителем? Так, скоро мы это узнаем. Всего у нас участвовало 279, кстати, комментариев. Угу. Поздравляю тебя. Сейчас мы тебе отправим твой подарочек. Отправим. Так, выбираем Титана Презентмена. Все. Отправить готово. Выбираем второго победителя. Угу. Ну, как круто, сразу все указывают правильные свои ники. Это очень хорошо, а то в прошлый раз я, конечно, прям устала вам отправлять, потому что ники были неправильные. Поэтому смотрите всегда на свои ники, какие вы пишете. Так, второй подарочек улетел. Третий подарочек с 8 марта. Пожалуйста, у меня Токсик, ник Дед Максим. Угу. Я только зашел. Ну что ж, Дед Максим, тебе повезло, ты выиграл подарочек, ну, конечно, не Токсика, а нового гадли, но я думаю, это тоже тебе пригодится, потому что он все равно мощный, классный. Зачем тебе вообще Токсик? Итак, мы с вами отправили 3 подарочка. Давайте-ка определим 4-го победителя. Можно, пожалуйста, юнита, я очень хочу. Ну, твоя мечта сбылась, твое желание сбылось, так сказать, все. Я тебе сейчас отправлю красивенького подписанного юнита. Вот так вот, держи. Все. И отправляем пятого, последнего нашего титанчика. Кому он достанется? Привет, я вот игромана. Если я, конечно, попаду, то я хочу титана камерамена. Мой ник топер 6347. Хорошо. Но, как я вам уже сказала, что... Подарки я уже определила, какие будут. В следующий раз будут, конечно же, другие подарочки.
В следующий раз выберу что-нибудь интересненькое, что-нибудь подороже, возможно, уже разыграю Синистра. Может быть, даже Old Godly. Тут как бы посмотрим. Ты лучшая, мой ник такой-то. Ага, спасибо, спасибо за такие прекрасные слова. Мне очень приятно. Ага, вводим ник. Отправляем, отправляем. Тебе апгрейженного титана спикермена, как и обещала. Держи подарочек. Все, желаю тебе удачи. Следующее, 7-е место. С 8 марта нас поздравляют. Спасибо. Большое спасибо. Отправляем тебе тоже спикермена. Вот такого сочного. На удивление, сегодня все ники вы указали правильно. Молодцы, ребятки, молодцы. Вот, вот как нужно получать подарочки. Ага, это у нас 8-й. Тоже отправляем спикермена. Все круто, круто. Теперь у нас осталось отправить 2 глича кому-то на подарочки. Посмотрим, кто будет 9-й и 10-й. Приветики, приветики. Как же вам повезло, ох. Отправляем. Очень круто. Вот так вот просто вы можете выиграть подарочки. Я на подарочки человек не жадный, так что пишите комментарии, ставьте лайки под всеми моими видео, смотрите мои видео от начала и до конца. И, в общем-то, так, последний подарочек отправлен. Все, всем спасибо. Давайте пойдем мы на карточку. Скорее всего, пойдем на Palm Paradise, чтобы заработать наши первые 10 клеверов. Потому что все-таки сундук интересно открыть. Итак, друзья, что я вам хотела сказать по поводу розыгрыша. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки под моими всеми видео, смотрите видео от начала до конца. Самое главное, пишите комментарии под этим видео. И в следующем видео я разыграю опять каких-нибудь подписанных крутых мификов. Так что не пропускайте мои видео, смотрите мои видео, ставьте колокольчик. Дальше больше, дальше будет много чего интересного. Давайте пройдем в режиме Nightmare, чтобы нам, в общем-то, дали 10 клеверов. И мы быстренько-быстренько смогли купить сундучок. И посмотреть, что нам выпало. Возможно, нам выпал новый Титан Клевермен. Но тут, конечно, это большая редкость. Не факт, что он нам выпадет, но, возможно, попробуем. А еще, кстати, забыла вам сказать, скорее всего... На следующем видео я буду разыгрывать вот эти вот новенькие-новенькие сундучки, потому что они, в принципе, будут крутые, будут актуальны, и, возможно, вам повезет, вы выиграете Титана Клевермена. Вот, сундуки будут, кстати, тоже подписанные котярычем, а как вы знаете, если сундук подписанный, то все юниты, которые будут вам с него выпадать, будут тоже автоматически уже подписаны. Ставим нашу третью фермочку. Давайте, давайте, быстрее, скипчик пошел. Поставили второго грина. Угу, круто, круто, они справляются у нас. Дальше будем прокачивать фермы. Пока что грины, думаю, справятся, но к тому же боссы пока дойдут до сюда, это очень много времени пройдет. За это время мы с вами поставим кого-нибудь посильнее, возможно, Синистра, либо прокачаем тех же самых гринов. Ага, ставим на прокачку фермочку и еще добавляем одного ученого. О, боссики пошли. Ну, я думаю, мы с вами легко задефаем, ведь нам нужен этот сундук. Нам нужен новый сундук. Нам нужно 10 клеверов как-то заработать. Давайте прокачаем за 600 монет. За этого за 250 и тоже за 600. Все, пусть они у нас пока дефают. Боссики у нас прошли, но ничего страшного. Мы их все равно в любом случае задефаем, так что переживать не стоит за это. Вот. Прокачиваем наших ученых. Куда бы мы поставили с вами Синистра? Синистра, Синистра можно поставить будет вот сюда. Давайте сразу его поставим. Пусть он у нас дефает. Вот. Грин лазеров мы тоже поставим вот сюда вот. Поближе вот так вот, да, чтобы они охватывали тоже вот эту всю территорию. Я сразу гринов поставлю. Этого даже можно сюда поставить. Все, круто. Еще у нас
Камера Repair Drone есть. Давайте ее тоже поставим, прокачаем, потому что сейчас пойдут станы, а они по-любому пойдут. А вот только теперь мы можем с вами качать наши фермочки дальше. Отличненько. Ага. За 600 тоже. 11-я волна. Все круто, все классно. Мимо нас никто не проходит. Вот, возможно, мы даже пройдем все одним синистром, как я вам показывала в прошлом видео. Тут посмотрим, как повезет. Может быть, я еще поставлю несколько синистров. Пока что улучшаем фермочки. Угу. Все круто, классно, дефаем. 12-я волна. Надо бы улучшить гринлазеров. Вот этот вообще у нас первого уровня стоит. Ни докуда не доставал он там, бедолага. Так, за 1000 монет улучшаем. И ждем, пока накопится еще 1000. Прокачаем этого Санту. Давайте. Ну и сразу за 2000 можно как бы тут чего тянуть, да? Бежит. Тут армия скибидистов. Босс-туалеты идут у нас тоже. Фермочки наши уже, конечно, застанили. Ага, сколько стоит у нас камеру репер дрона прокачать? Прокачиваем, ладно, так уж и быть, до 3-го уровня. Все круто, мне уже прям не терпится открыть новый сундучок, посмотреть, что выпадет интересного там. Все-таки шанс выпадения Кловермена 0,1%, но 0,1% он тоже как бы шансом считается, правильно? Правильно. Так что пожелайте мне удачи. Давайте наши фермочки прокачаем. А, кстати, у меня же синистр первого уровня стоит, а я-то думаю, чего они проходят. Вы чё? Не надо тут проходить, не надо. Давай, Вася, быстрее. Прокачала до второго, теперь это просто машина, которая никого не пропустит у нас с вами. Давайте его сразу до 3-го уровня. Вот теперь точно круто, теперь точно, да. А, ты что тут станешь моих фермочек, а? Моих ученых. Качаем фермочки дальше. Ну тут не проходят, нет, я думаю, пока не пройдут, ладно. Можно это все дело пока оставить и качать наших санд. Чтобы дальше ставить еще толпу синистров. Ага. Вот вообще, можно было бы уже синистра сюда поставить. Второго. Второй синистр нам нужен. Либо вот сюда. Можно сюда. Это же русяка, она не влазит никуда, просто не влазит. Что он такой большой? Вот, отъел себя одно место, а теперь никуда не влазит. Давайте гринчика прокачаем. Все-таки гринлазеры это вообще топчик, это имба юнит. Нормально, никто не проходит. Под автоскипчиком спокойненько мы сейчас с вами пройдем 50 волн. Прям на изи, я бы сказала. Ага, ученые у нас почти на фул прокачке. Классно. Ну давайте. Быстрее все идите, быстрее проходите. Мне нужны клеверы, срочно нужны клеверы. Так, 7000 накапало. Прокачиваем санд. Теперь они мощные, сочные, красивые. Я думаю вообще, что теперь фермочки нам даже можно и не прокачивать. Какой от этого смысл? У нас денег и так на все хватит. О, пиу. И все, и никого нету. Вы это видели? Ай, гринлазеры, конечно, вообще мощные юниты. Давайте в каком-нибудь из видео я разыграю одного гринлазера. Ну еще, конечно же, очень много каких-нибудь мификов мы с вами разыграем. Я вот думаю, гринлазеры есть не у всех, потому что он и стоит как бы прилично, если вы зайдете на маркетплейс. Поэтому я его разыграю. Но в каком видео, пока не знаю. Посмотрим. Так что не пропускайте мои видео, смотрите. Кому-нибудь из вас точно повезет. Потому что подарков у меня много. Угу, у нас есть 14 тысяч. Давайте улучшим нашего синистра вот этого до 4 уровня. И вот этого за 8 тоже бы, конечно, прокачать. Но пока что денежек нету. Как появится, так сразу. Прям сразу же. 25-я волна вообще на изи. Просто на изи. Мимо нас никто не пройдет. Никогда.
Ну, того грина можно было не улучшать, но ладно, уже улучшила, уже все, пусть. Этого тоже можно было бы как-то поставить вот поближе вот сюда, а то он прям стоит вдалеке. Вот, и не достает особо до наших скибидистов, потому что скибидисты у нас и не доходят так близко. Я думаю, нам нужно будет прокачать за 12 тысяч синистра. Будет вообще топчик, но, конечно, его нужно до фулл прокачки прокачать, и тогда будет вообще круто, потому что можно дефаться даже одним синистром. Так что, ну, можно даже фермочки улучшить, чтобы денежки быстрее пошли, чтобы мы с вами понаставляли тут кучу-кучу всего. Есть, 28-я волна. Поскорее можно, вот они бы шли побыстрее, вот чего они такие медленные, да? Мы тут с вами справляемся, быстро дефаемся. Они мимо нас и так не проходят, бедолаги, но еще и ползут со скоростью улиточки. И это просто улиточки какие-то. Надо было наших синистров ставить вообще поближе, куда-нибудь вот сюда, вот где я бегаю сейчас, чтобы мы их очень быстро могли дефать, этих скибидистов, чтобы они чисто только вышли, и все, и сразу пиу-пиу-пиу-пиу, их больше не было. Давайте, давайте, 14 тысяч, можно мне поскорее на моего синистра, на прокачку моего синистра, yes. Теперь осталось его прокачать за 18 тысяч, и все, можно сидеть дальше отдыхать. Ладно, так уж и быть, раз уж позволяет бюджет, прокачаем наших ученых. Хотя это вообще уже не обязательно, потому что денег, как вы видите, хватает на все. У нас с вами синистры практически прокачаны. Гринлазеры тоже. Почти все на фулл прокачке. Поэтому денежек тут хватает. Действительно хватает. А, застанили моих санд. Ну что вы творите? Я их только хотела прокачать. Они их застанили. Вот так вот, а? Вот жуки ведь, а, такие. И, ну, я думаю, теперь можно за 18 тысяч прокачивать синистра. Бюет. Кстати, Palm Paradise, эта карта, она даже никак не изменилась. Я думала, там что-то изменится. Странно, хотя писали в обнове то, что карты изменят тоже. Возможно, изменили какие-то другие карты. Но эту, судя по всему, не трогали. Все, теперь это мощь с косой. Он будет всех рубить. И никого не пропустит. Макс левел, тут тоже все на пул. Ага, а, вообще прикольно. Я даже не заметила, как прокачала всех ферм. Вообще, тогда здорово, здорово, это очень круто. Теперь на фермы нам не нужно будет тратиться. Теперь будем прокачивать с вами только синистров. Можно вообще как будто бы добавить еще одного синистра. Угу. Репайр дрона на максимум прокачали. Но вот куда бы его поставить, этого синистра? Тут я не знаю, вот сюда вот он влезет. Это же русяка, никуда не влазит. Вы только посмотрите, вот только сюда. Но тут он как будто бы далековато, далековато, да? Так, вот здесь. Ну, давайте, давайте сюда поставим. Поставим, все. Будет он у нас все дефать. Классно. За 8 тысяч прокачали, теперь следующая прокачка у нас будет стоить 12 тысяч, аж целых 12 тысяч. А он попадает под действие Repair Drone, вообще, что-то не поняла. Вроде да, так чисто, знаете, наполовинку. Половина синистра заходит на эту область, ну да ладно. Тут как бы ничего страшного, потому что он у нас не основной. Основной у нас стоит здесь посерединке, который у нас все дефает. За 14 тысяч прокачиваем, прокачиваем, все, это вообще мощь, мощь, испепеление пошло. Идут у нас уже тут сильные юниты на 39-й волне. Ребятки, если хотите, чтобы я разыграла синистров в следующем видео, то пишите комментарии, пишите «хочу синистра, не могу», «давай поскорее разыгрывай уже». И тогда я вам разыграю синистра подписанного. Конечно, будет подписанный котярычем. Я думаю, вам он очень понравится. Пока что 40-я волна. Мы все круто дефаем. Максимальная прокачка пошла. Все. 3 синистра на фулл прокачке. Здесь уже точно мимо нас никто не пройдет. И как будто бы даже ставить уже смысла никого не будет. Вот только вот этого одного мы прокачаем до максимума. И как будто все, как будто хватит.
42-я волна пошла прекрасненько. Сейчас мы уже все задефаем быстренько и пойдем открывать с вами супер-пупер сундук, из которого нам что-нибудь да выпадет. Эх, поскорее бы выпал нам Клевермен. Я, конечно же, буду еще открывать сундуки, возможно, сниму видео с открытием сундуков. Но для начала нужно заработать клевера. Если он мне выпадет, то будет, конечно, вообще круто. Этот новый-новый сочный, мощный титанчик. Потому что интересно его затестить, какой он вообще будет. Было написано, что ДПС у него 50 тысяч, вот, допустим, у Синистра ДПС 60. И тут как будто бы Синистр даже будет посильнее, чем новый Титан. Но тут не знаю, посмотрим, какие у него там еще характеристики были, я не помню. Но 100% это тоже крутой будет юнит. Тоже он будет сильный, не хуже, чем Синистр. Вот, 45-я волна. Давайте, летите быстрее, я вас всех жду, всех встречу. Ну как встречу? Мои юниты вас встретят. Грин лазеры тут просто пиу-пиу-пиу-пиу. А вот эти сзади стоят, отдыхают на чиле, на расслабоне. Я думаю, его продать даже можно и переставить куда-нибудь, потому что денежек у нас много, 41 тысяча накопилось, вы представляете? 41 тысяча. Так, сразу же прокачиваем на максимальный уровень. Этого тоже продаем, потому что, ну зачем он нам здесь нужен в углу? Все равно мимо нас никто не проходит. Потому что Синистер это имба. Ставим еще сюда. Прокачиваем также до максимальной прокачки. 47-я волна. Сколько их много идет. Обалдеть, обалдеть. Тут просто пиу-пиу-пиу, чисто лазеры. Лазеры пошли в дело. Они очень круто замедляют юнитов. Еще наносят им, конечно, хороший урон. Вау, летят, летят. Летят скибидисты наши, станут наши фермочки. Но 48-я волна, все, скоро 49-я, 50-я. Мы победили. И пойдем смотреть уже, открывать новый сундучок. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, ты что тут пуляешься? Это что такое? Что за зеленую жижу ты тут раскидываешь? Не надо, прошу тебя. Давайте уже быстрее как-то идите. Что-то вы какие-то медленные, вот реально, улиточки. 50-я волна, давайте, можно мне босика в студию. Мы его тут быстренько развалим. Победим в самом сложном режиме. Ну, конечно, самый сложный режим это Endless мод, но там и победить нельзя, можно так сказать, потому что он бесконечный. Ага, пошел босик на 2,5 миллиона хп. Насколько быстро его развалят мои синистры. Сейчас просто будет испепеление босса. Ты не дойдешь, вообще не дойдешь ни до кудова. Yes, все. Остался последний. Ура! Вы только посмотрите, мы получили 10 клеверов и 600 монет. Как всегда, получили 600 монеток с вами. Сейчас мы бегом, бегом, побежим. Побежим за новеньким сундучком. Ага. Давайте мы его купим. Купить? Yes, yes. Конечно же, купить. О, посмотрите только, какой он классный, какой он красивенький. Фух. Пожелайте мне удачи. Ну а мы открываем сундук и... Что с него нам выпадет? Давай, давай, давай. А-а-а, лайки, спикермен. Ну кто бы сомневался, конечно же. Ах, ну ладненько, друзья, возможно, мне повезет в следующие разы. Всем пока-пока.